Выпускникам 2015-го на заметку. Уже подготовлено расписание сдачи единого госэкзамена и есть некоторые новшества. Так, например, 3 декабря их ждет сочинение. Баллы за него не поставят, это допуск до ЕГЭ. А в феврале смогут сдать русский язык выпускники прошлых лет. Досрочный этап сдачи экзамена намечен на апрель. Основная же волна, как и в прошлые годы, пройдет в мае-июне. Пересдать ЕГЭ в июле не получится, сделать это можно будет только осенью. Изменения коснутся и самих заданий. Тем, кто выбрал иностранный, предстоит выполнить и устную часть. Усложнится и ЕГЭ по русскому языку. В разделе А не будет вариантов. Ответ должен будет вписать сам выпускник.